говорить о золотых конференциях, то сегодня у меня 16-я золотая конференция. Вау! Вау, которую я провожу вместе с компанией Oriflame. И эта конференция, конечно, немножко особенная, потому что это юбилейная конференция компании Oriflame. Как вы смотрите сейчас на эту конференцию? Что это для вас значит? Друзья, для меня очень волнительно, потому что действительно конференция особенная. Она проходит на родине основателей компании Роберта и Йонаса Фьопника. Эта конференция проходит на родине нашей компании Oriflame. Здесь гораздо лучше, четче я осознаю все ценности компании. Все, что пропитывает компанию, передается мне. Вот нескромно, но на самом деле так. Единство наше общее, дух наш общий, 45-летний, и та страсть, которую мы зажигаем здесь вместе с вами. Вау. Екатерина, вы первый раз на золотой конференции, да? Да, я первый раз на золотой конференции, первый раз. Какое у вас ощущение здесь? Ощущение очень... Просто состояние шока у меня, честно. Благодарю компанию Oriflame, что дала такую возможность увидеть, побыть здесь. В каждом событии, в каждом мгновении, каждые секунды, минуты чувствуешь вашу любовь, искренность, настоящая. Благодарю вас за это. Спасибо огромное. Большое признание, ощущения неописуемые. Спасибо. Наше месяце мероприятие это очень важно и проводится много-много мероприятий. Что, Рада, что для вас главное, что касается мероприятия компании? Что это значит для вас? Для меня наши конференции золотые и зимние, исполнительные, бриллиантовые, это удивительное сочетание два в одно. Во-первых, это получение эксклюзивных знаний в особой атмосфере, атмосфере энтузиазма и позитива. Ну и, конечно, это путешествие по всему миру. 16 золотых конференций – это 16 стран. И два раза на Тенерифе – это тоже как две страны. Итак, друзья, путешествуйте вместе с нами. Два в одном. Знание и освоение мира. Вот, отлично. Екатерина, я знаю, что у вас очень успешный год. Да? Екатерина закрыла два звания за прошлый год. И надо просто вас задать такой вопрос. Какие сейчас ваши планы на будущее? Я только что рассказала о своих ощущениях, о своих эмоциях. Да, это все благодаря компании Oriflame. И открыв два звания, я получила определенный заряд энергии. И в последующем я не вижу смысла открывать меньше, чем два звания. То есть два звания в следующем году я открываю уровень сапфирового и бриллиантового директора. Я знаю, с кем я это сделаю, я знаю, как я это сделаю. И я обещаю быть на всех золотых конференциях вместе с компанией Oriflame. Вау, отлично! Давайте поаплодируем Екатерина! Последний вопрос у меня. Рада вас задавать такой вопрос. 16-я золотая конференция находится сейчас на родине Oriflame, юбилейная конференция. Для вас, какие у вас сейчас ожидания и что для вас самое такое интересно на этой конференции? Скрывать не буду. На этой конференции самое интересное – это ужин с королевой Сильвией. Это высокие ожидания. Я очень старалась попасть на это мероприятие. Дело в том, что в моей жизни это второй раз ужин с королевой Сильвией. Ребята, это непередаваемо, это торжественно. И вы знаете, не каждый швед, который живет в Швеции, не каждый швед, который занимается бизнесом, не каждый очень уважаемый швед может попасть
на ужин с королевой Сильвией. Они просто видят машину со шторками.